Ну что, первая партия тюльпанов у нас пришла. Мы начинаем их готовить к посадке. Что мы делаем? Ольга Семеновна, расскажите, пожалуйста. Очищаем тщательно, для того, чтобы тюльпаны хорошо прижились. Вот этот валик освобождаем от чешуи. Этот валик, чтобы он хорошо здесь, эта окантовочка у него, для того, чтобы он прижился. Там убираем, у нас корешки спят, да? Да, спящие. Детку тоже убираем, но только очень аккуратно. Все делается руками, и все делает тщательно женскими руками.